На самом деле здесь важно даже не просто вот это произведение, а важно то, как это произведение работает с окружающим его домом. Выставка «Арт-мастерская. 21 век. Будущее сейчас» была создана молодыми художниками из различных регионов России. Они работали коллективно под руководством признанных мастеров изобразительного искусства. На открытии выставки у посетителей появилась возможность лично пообщаться с авторами представленных работ. Помимо наших работ здесь представлены работы 5 мастерских, разных художников, разных направлений. Но в целом это можно отнести к концептуальному искусству, но есть и вещи fine art. Думали об Оренбурге. Естественно, каждый раз, когда ты еще ни разу не был в городе, ты должен сконцентрироваться на каком-то наборе банальностей. И в данном случае это, естественно, пуховый платок и черный дельфин. Одна из основных идей выставки заключается в игре на контрастах современного искусства и старинной усадьбы Городицкого. Посетителям экспозиции такой подход понравился. Они утверждают, что представленные здесь работы их поразили. Много такого интересного, непонятного и много классных ярких пятен. Вот поэтому современное искусство, оно вот такое. И выставка, я считаю, удалась. Мне кажется, это очень современно, концептуально и идейно. Здорово увидеть, что у нас появляется какое-то новое пространство, куда можно прийти и посмотреть работы современных художников. Это очень интересно. Сама стилистика руины, как это все закомпоновано вместе с современным искусством, конечно, концепт очень интересный. Новая выставка меня поразила, очень удивительная. Обязательно приходите, обязательно посмотрите все своими глазами. Посетить данную выставку можно до 11 октября по адресу Ленинская, 22. Отметим, передвижная выставка арт-мастерских посетит 6 городов и в декабре завершится в Москве, где состоится презентация альбома экспозиции. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.